канале Маша Лил Пи. Сейчас я нахожусь в деревне у бабушки, и мы поспорили с моим братом то, что я проживу 24 часа на чердаке. Как вы думаете, у меня получится? Я вообще туда ни разу не заглядывала и ничего там не видела. Надеюсь, вообще там нет пауков, и меня никто не сожрет. Мне нужно собраться, еду, питье, какие-нибудь всякие интересные штучки, чтобы, в принципе, выжить на чердаке. Ну, как вы себе представляете, 24 часа на чердаке жить? Ну, это же... Там еще и спать надо, что-то подложить, наверное, там пыльно. Давайте пойдем искать. Я купила водички. Фантолу, у меня остатки тут остались. И также в качестве еды я купила себе чипсы и пачку чокопая. А также я хочу сейчас пойти на грядку и сорвать себе каких-нибудь свежих овощей, ведь мы же в деревне! Захожу в теплицу, посмотрим, что там есть. Так, у нас тут огурцы, помидор, по-моему, даже груша. Ой, кто это? Что это? Дыня вообще у нас растет. Ну, помидоры я не люблю, поэтому я сорву себе парочку огурчиков. О, какой классный! О, сорвала. Больше я не вижу здесь созревших. Ну ладно, с одним огурцом пойдем. Сейчас я соберу все, что я беру. Пакет. Я беру чокопай. Беру воду. Фантолу. Беру фантолу. Чипсики. Я думаю, я буду питаться только чипсиками. Ну да. Еще я хочу взять такой вот свет. Кстати, вот так вот он включается. Он, наверное, там мне поможет. Там, наверное, очень сильно темно. И еще я хочу взять вот такую вот кепку. Кепку, говорю. Каску. Вдруг мне там что-то по башке упадет, и я ее сразу прям одену. Все, ну и телефон, естественно, я беру и положу к себе в карман. Я уже почти дошла до места назначения. Еще, кстати, мне брат дал вот такую вот огромную балку. Убивать привидений, если на меня вдруг нападут. Привидение! Оно же прозрачное! Я забираюсь по лестнице. О, блин, мне страшно, вдруг я там увернусь. Ой, ребята! Ребята! Фу, что за реально отстой, ребята. Как я тут вообще буду жить? Фу, все в птичьих какашках. Надеюсь, пауков не будет, хотя я мало уверена. В я чуть не упала. Так вот эта штука. Я говорю брату, где вот эти штуки, на которых мы прыгали? А мне брат говорит то, что их каким-то девочкам маленьким отдали. Мда, конечно, пипец тут, ребята. Что это? Тут провода? Что это вообще тут реально? Зачем я вообще на это все подписала? Зачем на это все согласилась? Тут какая-то гитара. Только она поломанная, правда. Вполне себе классно, кстати, можно поиграть. Ребята, я включила свою лампочку, здесь так темно, просто жесть. Реально ничего не видно, только если вот так вот близко подносить. Фу, тут так много паутины, так грязно. Ой, это что такое? Давайте посмотрим. Это какой-то сундук, ребят, смотрите, тут даже за это застежка, задвижка, закрывашка есть. Давайте откроем сундук, мне правда интересно, что там лежит. Это что, ребята? Там что-то есть. Это какая-то игрушечная скалка. Что это, ребята? Она вся в какой-то пыли. Фу, она грязная. Это что? Я не знаю, что это, но тоже какая-то старинная игрушка, тоже вся грязная. И что-то еще. Фу, какой грязный. Ребят, тут какой-то еще поросенок. Вот он резиновый, и он тоже весь грязный. Он грязнее остальных других игрушек. Видимо, этот сундук кто-то делал для детских игрушек. Но там осталось их всего 3. А что это вообще за сооружение какое-то такое странное? Наверное, печка? Ну да, выглядит как печка, смотрите, просто. Труба вверх поднимается, и вот, ну да. Логично, если это печка. И да, она такая вот теплая и грязная. Ой, смотрите, какие тут очки лежат, какие-то старинные. Вау. Интересно, чьи это были очки? Давайте их померяем. Я ничего не вижу, все реально мыльное. Да, на полу здесь, конечно, жесть, вообще трэш. Какая-то грязь, пыль, чего тут только нету, реально. Паутина какая-то, это вообще что за шмётки такие, какие-то жуки. Ну, пока что жуков я здесь, слава богу, ничего не нашла, но... Да, я надеюсь, что я здесь не встречу, что маловероятно. Это вообще трэш, как я здесь вообще спать буду, как я здесь буду лежать? Я думала, я сейчас такая залезу, тут все будет красиво, хорошо, ну, Катя, чего я ожидала? Это ж чердак. Ребят, смотрите, это что такое? Это какой-то зайчик, старинная игрушка тоже. Смотрите, какой мягкий плюшевый зайчик. Кстати, выглядит реально... паутина! Выглядит крипово, ребят. Знаете, вот такие вот всякие есть, типа, скримеры всякие в играх. Например, в Five Nights at Freddy's тоже такое, знаете, сидел. Слышите, шумит.
Там дождик начался. Я надеюсь, что крыша не протекает и меня тут не затопит. И зайца, кстати, я хочу посадить вон туда, куда-нибудь подальше в уголок. Пусть сидит там, живет, наслаждается своей жизнью. Ребят, видите, там светит небо. Это дырка. Жесть. Какая же дырка? Осторожно. Я его так вот выкину, потому что мне страшно туда идти. Там грязно очень. По колено прям. Вообще, в принципе, мне нужно поискать себе что-то, чтобы поселить на пол. Мне же нужно устроить себе сиделку, лежанку. Как мне тут устроиться, чтобы полежать? Потому что просто здесь я не буду лежать. Я тут, блин, от грязи умру. Не знаю, возможно ли так, но я умру от грязи. Я человек чистый, брезгливый. Давайте посмотрим, что тут есть, что найти. Ой, кстати, смотрите, это что-то такое, палка какая-то резная, супер старинная, посмотрите. Ведь кто-то же заморочился, вырезал тут. Вообще капец. Красиво, кстати. Куча тут досок еще, я вообще не понимаю, честно, откуда тут столько досок. Кстати, куча коробок, мы можем коробки с вами открыть. Ой, это что такое? Ковшик, видимо, это собирать что-то. Малина. Вот там ничего нету. И, в принципе, кстати, он нормально чистый. Его можно прополоскать и реально до сих пор собирать. Ох ты, ребята! А это что такое? Вот это реально, я понимаю, старинная вещь. Вот это какая-то старинная лампа. Офигеть, ребята. Жалко, у меня нету свечки, нечем поджечь. Я бы сюда положила что-нибудь, вот свечку, и подожгла бы. Было бы классно, ребята. Такая старинная лампа. Мне, кстати, нравится, смотрите, какая красивая. Тут, кстати, много хороших вещей, помимо плохих. Правда, да, я все джинсы себе уже засрала. Это что за фигня, ребят? Я нашла какую-то... Это что такое? Это что за шиды, братик? Ничего не получается, смотрите, она никак не двигается. Странная какая-то штука. Не, мне такое не нравится. В этой коробке ничего нет, только паутины дофига, это правда. Давайте посмотрим, что там. Может, там я найду чем укрыться. Ребят, я тут не полезу, тут паутина. Как-нибудь надо залезть так, чтобы не дотронуться до этой фигни. Я чуть не разбила лампу. Не хана, не конец. Я надеюсь, я ее не разбила. Но это жесть, ребят. Я не знаю, что делать, я не буду уже искать. Доставать там ничего. Ребята, мне страшно. Зачем я вообще на это согласилась, ребята? Мне тут нужно в костюм. Пусть! Я сюда не хочу больше лезть. Ребята, ну что за фигня? Фу, тут какашки. Ребята, тут какашки в прямом смысле, ребята. Это не паутина, там коричневого цвета какашки. Лежат в бассейне. Там типа бассейн сдутый, мой старый. Кстати, это реально мой старый бассейн. И тут какие-то какашки, реально, там какашки лежат. Смотрите, тут какой-то тапок, ребят, офигеть, он просто наполовину сгрызан. Но это реально самое ужасное место, на котором я была, в чердаке. Я больше сюда не полезу, я просто скорее отсюда хочу уйти. Где мой тапок? Вот он. Это ужас, ребят. Поскорей бы этот день закончился. А, да, кстати, ребят, я забыла вам показать, сколько времени, во сколько я начинала этот челлендж. Ну вот, посмотрите, сколько сейчас времени, убавьте где-то минут 20, сколько я там сижу, ребят. И вот столько времени я тут сижу, столько времени я начала. И мне надо будет сидеть здесь еще 24 часа. Давайте теперь посмотрим, что здесь. Кстати, вот этим можно реально, вот это можно постелить. Но оно какое-то грязное, боюсь, не буду это стелить. И давайте посмотрим, что здесь. Что тут? Какие-то окна, ребят, смотрите. Реально просто окна снесли. Какие-то бутылки с чем-то, но я тут точно пробовать не буду. Давайте посмотрим, что в бочке. Ой, ребята, в бочке, посмотрите, как много паутин. Это просто жесть, ребята. Зачем я на это подписалась? Смотрите, ребят, тут какой-то тапок или туфелька, это что-то, какой-то ботинок, смотрите. Вон там вот ботинок, кстати, прикольный, его можно одеть. Давайте, ребята, я не буду его одевать, потому что там какая-то грязь, это просто трэш. Давайте вы наберете 1 миллион лайков под этим видео, и тогда я специально просто захожу на этот чердак и просто одеваю этот тапок и сниму вам. Давайте посмотрим, что здесь я нашла. Какую-то коробку, что это? Ой, она вся пыльная. Она не открывается даже. Какая-то застежка. Ребята, боюсь там открывать, там очень много паутины. Я реально, я не буду это открывать. Ребята, кто там стучит? Там кто-то стучит, там реально что-то по крыше упало, либо там слишком какая-то реально слишком много дождя, там либо сильный дождь, либо кто-то там ходит по крыше и стучит мне. Это жесть. Возможно, я не досниму это видео, и это будет конец. Так что, если это видео вышло на моем YouTube-канале, то все хорошо. Так что ставьте лайк мне за смелость.
Да кто это делает, ё-моё? О, ребят, смотрите, крепыши. Прикол. Прикольная коробочка. Кстати, видимо, она новая, потому что, смотрите, она вся не ободранная никакая. Давайте посмотрим, что внутри. А внутри ничего, я думала, там будут реально крепыши. Фигня. Смотрите, я боюсь правда туда лезть, потому что боюсь, что крыша проломится вот там вот. Но, смотрите, там какая-то сидушка, туалет или что это такое, какая-то клетка или что-то. Какая-то, видимо, штучка, которая одевается на лампочку, на люстре. Ребята, тут ласточки! Офигеть, ребята! Я не знала, честно, то, что тут ласточки. У нас тут, видимо, гнездо ласточек, реально. Обалдеть, смотрите, как их много. Кажется, я знаю, что я буду кушать. А, ласточки! Милашки. Мне страшно. А вдруг кто-нибудь на меня сядет, пока я буду спать? Смотрите, вся крыша реально просто в какой-то паутине, в грязи, вся в поносе каком-то, реально, это что? Да, я буду спать, и вдруг на меня что-нибудь свалится. Я могу просто спуститься реально и сказать, да, потому что все, я не прожила, все, я сдаюсь. Ну просто, я даже не знаю реально, как закончить челлендж, но ради вас я... Выполню все-таки этот челлендж, поэтому ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал за смелость. Обязательно ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, но это реально. И обязательно пишите в комментарии, поднимаем актив на канале. Комментарии, все хорошие комментарии лайкаю. Ой, ребят, фу, что это за вата висит? Зачем я ее уронила? За что за вата вообще? Что это вообще? Это гнездо, что это вообще? Я вообще не понимаю. А вон тут конец крыши. Ну и прошло время, наверное, раскладывать себе все. Вот здесь вот я буду раскладывать, собираться спать. Это вот все надо убрать отсюда. Конечно, понятно то, что я спать сейчас не буду, но я позалипаю в телефончике. Конечно, интернета здесь и нету, но можно поиграть в мобильные игры. А еще не забывайте то, что у меня есть чипсы. Давайте посмотрим, тут какие-то всякие фоточки. Ой, все в паутине. Давайте возьмем вот это. Я просто не знаю, что это. Но мне все равно, честно. О, кстати, смотрите, отлично. Слушайте, это, наверное, самый лучший вариант, который можно предоставить в таких условиях. Давайте подвесим пакетик поближе и откроем чипсики. О, как вкусно пахнет тоже. Вся обстановка меняется, когда появляются чипсики. Да, жалко, конечно, здесь интернета нету, но да, я поиграю в мобильные игры, вот поиграю в террарио. Вы играете, кстати, в террарио? Напишите в комментариях, смотрите, какой у меня крутой дом, как у меня много жителей. Очень много жителей, у меня тут есть дед какой-то подрывной чел, гид, у меня есть гид. Медсестра у меня есть какая-то, девочка еще. Моя комната, кстати. Это не моя, вот моя комната. Ну все, сейчас позалипаю немного в телефончике, похаву чипсиков и буду ложиться спать. Увидимся утром. Утром с вами позавтракаем и что-нибудь еще посмотрим. Ну пока, всем спокойной ночи. Колотит, блин. Да кто это делает, ё-моё? Зачем я на это согласилась? Птички, может, на птички там наверху колотят? Как вы думаете, ребята, что это реально? Кто это делает просто? Я надеюсь, что больше никто колотить не будет, и мне дадут реально нормально поспать. Всё, спокойной ночи, блин. О, ребят, доброе утро. Привет. Давайте посмотрим, сколько времени. Ребят, посмотрите, аж 12:26. Чего я так проспала, видимо. Я вчера очень вообще прям не могла заснуть. И заснула только под утро где-то, наверное. Ну, хотя, наверное, где-то реально, наверное, было где-то 3 или 4 часа утра. И как раз там мне кто-то колотил вчера ночью, помните? Эх, ну ладно, проспала так проспала. Давайте завтракать. Я даже умыться здесь нигде не могу, ладно. О, вот у меня огурец. Я давайте съедим огурец. Ты его обглодала. Ребята, его кто-то обглодал. Жесть. Он был не обглодан. Ну ладно. Ну вот, почти подходит к концу. Мои 24 часа. Давайте посмотрим, на что я еще здесь не сделала обзор, что я тут еще не посмотрела, например. О, кстати, смотрите. Я этого еще не видела. Кстати, когда я ложилась спать, этого еще не было. Может быть, это кто-то мне подкинул. Смотрите, какая упаковка для детей от 7 до 14 лет.
Переклинки. Переклинка. Что такое переклинка? Какая-то советская прям очень древняя штука. Это видно прям по упаковке. И то, что переклинка какая-то. Я даже такого названия не знаю. Громкоговорящее переговорное устройство. Офигеть! Это типа как у нас телефон сейчас. Посмотрим. Вот оно такое, видимо, переклинка. Смотрите, снова ласточки проснулись, ё-моё. А, ребята, перекличка, я неправильно прочитала. О, работай! Смотрите, какой длинный провод. И тут нет розетки на чердаке, поэтому, видимо, не судьба. Посмотреть, работает это или нет. А челлендж за 4 часа я нарушать не могу. Я не верю. Я не верю, ребята, челлендж. Челлендж подошел к концу, смотрите. 18:10, а я вообще, кстати, в принципе, залазила, по-моему, 18:05, где-то так. Я даже передержала уже время. Так что, ребята, я точно справилась с этим челленджем. Я просто супер, очень рада. Мне так не терпится просто скорее сбежать, просто бежать на улице, просто я такая, давайте скорее спускаться. Ура, слезаю! Ура! Ребята, ура! Боже, я на воле! Ура! Травка! Как хорошо, как круто! Давайте понюхаем листья! Давайте скушаем это, я не знаю, что это, но давайте раскушаем. Этот челлендж подошел к концу. Обязательно ставь лайк мне за смелость. Обязательно подписывайся на мой YouTube-канал. Ой, я запыхалась. И обязательно жми на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Подписывайся на все мои остальные соцсети. Ссылочки на них в описании. А еще не забывай в последние дни лета слушать мою песню «История нашего лета». Надеюсь, она вам понравится. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока!